Здравствуйте! В сегодняшнем видео я покажу, как снять шкуру с налима. Для этого нам понадобится сам налим, филейный ножик и небольшие плоскогубцы. Ну, можно любые плоскогубцы. Мне больше нравятся вот такие плоскогубцы, потому что у них зазубринки, чем вот стандартные. Вот эти мне больше нравятся, потому что они лучше всего цепляют. Значит, что мы делаем? Мы берем налима. Надрезаем вдоль головы, делаем надрез вдоль самой жаберной крышки, проводим вдоль самой-самой. Вот. Делаем надрез. Надрезаем кожу. Все. Кожу мы надрезали, после этого делаем небольшой надрезик, чтобы плоскогубцами хватить кожу. После этого зажимаем кожу плоскогубцами и начинаем осторожненько стягивать. Перед этим, перед уборкой кожи, чистить его не надо, потрошить. Потому что если будете потрошить, все будет очень тяжелее снимать с него кожу. Поэтому все, после этого зажимаете голову и небольшими движениями, поворачивая налима, начинаете снимать с него кожу. Где-то она бывает и рвется. Вот такими движениями дальше продолжаете снимать с него все. Где, если кожа не идет, то над плавниками, плавники можно немножко надрезать. И дальше продолжаем сдирать с него кожу. Вот таким способом снимается с него кожа. Все, после этого уже можно налима выпотрошить, осторожненько вскрыв брюхо. Все, забираете печень. Все остальное можно выкинуть. Все. После этого можно осторожненько его разделать уже филейным ножом полностью. И получится у вас чистейшее мясо без кожи. Все. Спасибо за внимание. До новых встреч.